Современное кино Центральной Азии было в центре внимания 15-го Ташкентского международного кинофестиваля. Всемирно известные режиссеры и актеры приехали в Узбекистан, чтобы вручить награды и открыть новому поколению кинематографистов свой мир кино. Название фестиваля «Жемчужина шелкового пути». Этот фестиваль объединяет кинематографистов из 52 стран под девизом «Мир, прогресс и просвещение». Это инициатива нашего президента. Узбекистан был всегда сердцем великого шелкового пути. Такой половинный котел, где были обмен идеями, креативом. Поэтому этот фестиваль как раз-таки служит продолжению этим традициям. В конкурсной программе участвовали студенты киношкол стран Центральной Азии и СНГ. У них было ровно 5 дней на создание короткометражки в Узбекистане. 100 шагов, снятой командой из Азербайджана, был признан лучшим фильмом в категории «Кино за 5 дней». Мы город не знали, мы язык не знали. Это было очень сложно, мы старались всей нашей командой как-то сплоченно преодолеть эту преграду. Чтобы получить сегодняшнюю вот эту награду. В рамках фестиваля прошло множество мастер-классов с участием звезд мировой величины. Режиссер Хасан Назер, чей фильм «Победители» был представлен на «Оскар», рассказал, как снимать непрофессиональных актеров. Very big risk, but they could bring so much creativity and authenticity in the film because there are no acting. They're delivering the natural things. Актеры Фредерик Дефенталис и Мина Сери, известный дуэт из фильма «Такси», поделились своим опытом. Il faut écouter personne, ni tes parents, ni tes amis. Tu dois aller jusqu'au bout de ton rêve. Je fais mon métier avec le cœur. J'ai de la chance de pouvoir dire, même si c'est un travail, je vais tourner la nuit, le jour, je peux dire que je vais jouer, non pas je vais travailler. Кульминация фестиваля прошла в Самарканде, в недавно созданном, стилизованном по старину вечном городе, который наверняка попадет в кино. Главную роль в конкурсной программе фестиваля сыграло кино Центральной Азии. Я этот считаю одним из лучших фестивалей, потому что он находит картины, которых никуда не увидеть. Картины со Средней Азии, они в Европе просто недоступны. И здесь это возможность встретить авторов и посмотреть их работы. Международное жюри во главе с Кшиштофом Зануси признало картину «Воскресенье» узбекского режиссера Шакира Холикова лучшим фильмом. Это история про детей, которые хотят избавиться от старого, и про их пожилых родителей, которым для счастья перемены не нужны. Маркази Осиода Аля Айтельмаган, Курсательмаган, Джихатлар, Куб, Гу, Йошлар, Учун, Яшим, Коньят, Факат Харакат Клишкерек, Вахт Борода, Ульгуришкерек, Хулас, Кино Клишкерек.